Что-то новое? Нет. Все как и прежде. Я постоянно слышу этот голос, и я больше так не могу. Но ты должен. Это не просто кошмар. Ты должен записать это. Кодовое слово замкнуло цепи, цепная реакция. Пальцы в дугу согнуло судорога. Горе годы были всего лишь предисловием, прелюдией. Прилюдно я говорил ей, что люблю ее больше жизни, а про себя шептал: я не остановлюсь на этом пути. Прости, ведь не купить это, только в дар принять. Опять решать: благословление или проклятие. Платить не наличными, платить личностью, плодить тепличных вторичностей. Типичный необратимый процесс, активация желез. От нейрона к нейрону приказ. Вот данных, дата, место, время. Прямо здесь, прямо сейчас. Ключевая фраза: змея ест свой хвост. Это как третий глаз, стальной гвоздь. Жесть на спине, крылья на загривке. Шерсть выбирай, небесная три или три по шесть. Я есть, второй вариант просто. Существую эхо внутри черепной коробки, запрятанный в коробку размером побольше. Бесконечный эффект матрешки, когда нету мышки, кошка ловит мошку. Я слышу голоса, меняю цвет мои глаза. И даже плотно сжав веки, я вижу, как твои губы шепчут. Я слышу. Я слышу голоса, меняю цвет мои глаза. И даже плотно сжав веки, я вижу, как твои губы шепчут. Я слышу. Звезда маякнув, в зрачках моих вышло знаки. С тех пор я начал заплывать за буйки и бакины. Тогда я понял, что мой голос когда-нибудь станет одним из тех, чьи фотки на комнатных стенах. Притирку занимает место между иконами. Я слышу голоса, но не плачь и стоны. С модным дилеем, ну знаешь, как в голливудских фильмах. Они похожи, да, на мой, блядь, да только не режут, сука, так сильно. Ебаный молчат, Тарков, когда нога, блядь, твердо ступает на землю. Если мост шаткий, я верю им, внемлю им. Именно они рассказали мне позже, что образа и фотоснимки значили одно и то же. Благодаря бесценному бонусу я начал сам жечь метки в зрачках. В чьей-то голове стоп. Ты стреляешь? Нормально у тебя все?
Так зря. Таким оружием только одиночкой стрелять. Вот он! You're a loser! Где на первый этаж челобот зашел? Минус. По ним, а откуда? Ну, он меня сейчас будет выцеливать по-любому. Либо захочет дверь открыть. Не-не-не, ты дверь открыл, зачем? Да пошел ты нахуй, заебал, бля. Блять, руку выбил, бля. Че он два ему? Ни хрена себе, блин. И тебе? Минус один. Жирный. Ну это, наверное, челобот. Ты с глушителем? Блять, Серый, ты без... Зачем ты снял глушитель? Ты попробуй лучше как-нибудь его выкурить, дверь там открыть, еще что-нибудь. Да. Чтоб он обосрался, блять. Но мне бан, видимо, прилетит.
Да, нижнюю дверь закрывай стопудово, чтобы не было никаких казусов. По тебе? Я не видел просто его даже. По мне, значит. НАНИ? ОМАЕ ВА МОУ СИНДА ИРУ. Как ты шел, он заходит. Хорошо, я подхожу. Я тут. Ты вот ползаешь, он тебя слышит, пиздец. Просто пиздец слышит. Эй, ты куда? Справа. Окей. Ты его не увидел? Блять, да, это он стрелял. Я минус. Блин, Сир, гранаты есть? И выглядывай.
он с теплаком, по-моему. Блять, нахуй тут броня эта ёбаная, блять. Со своей... ну, блять. Блять, тебе гранату сюда кинут, и тебе пизда, серый. Попытайся на УАЗик. Сзади. А, вот. Бля, я его не... Ага, смотри. Побежал, блядь, сейчас будет опять эта сирена ёбаная. Попробуй тебя ёбнуть, сучку. Допрыгался, блядь. Перед тобой. И... А, вот он, вот этот. Он лёг. Нет, он, по-моему, лёг. А, где ты его видишь, не пойму. Минус. Ага, лёг он, блядь, насмерть он лёг. Убил я его, не убил, блядь. Десантируйся, пустила. А я не могу по нему отсюда стрелять. Он сейчас неплохо прицелился, выстрелил. Мне кажется, там мозги разлетелись, нет? Ты не видел? Видел кого-то. Ты что, не видел его? Да вот прям, вот да, вот вот он. Юсек. А куда он ушел? Че? Трейдер что ли? А вот он. На выход походу идет. Да. Трейдер, я его не смогу убить, все, он уйдет сейчас. Он. Да ладно. По-моему, это Есек, блядь, братан. Если он умный, он догадается, что я здесь. О, пошел. Блядь. И пиздец, у меня прицел, блядь, залагал нахуй, потому что я уперся в эту хуйню. Нихуя тебе, я не похуй на лут, серый. Ты готов, блядь, раздеться нахуй до трусов и бежать, блядь, за лутом. Красавчик. Где он? Блядь, я бы знал бы вообще, что это... Ты прям прицелился тут, ну, как кто-то упал, блядь. Ебала, блядь, ла-ла-ла.
Без понятия, вообще серый. По-моему, по мне работали, блять, откуда мы прибежали. Попробовать посмотреть, есть ли пулевые отверстия здесь. Настрелял он еще. Может быть, он и стрелял. Все боты разбежали. Блять, есть предположение, что все равно в спине какая-то гнида была. Так, он бота вижу. Да, блять, да прицелься ты, сука, ебаный Тарков, блять. Мой бот пришел. Так, надо пристреливаться. Да остановись ты, блять, дай пристреляться, ты придурок. G-402, нахуй. Ну вот да, она, по-моему, такая. ЧВК? Или это рейдер? А рейдеры с глушителями здесь бывают? А, ну это вот... Слышу, это... Да, это рейдер. Подожму его. Аккуратно, я прям на углу сейчас буду. Ты зацепился, блядь. Да нет, это ахинея. Понимаешь, я зажимаю... Он стреляет одиночкой, я нажимаю еще раз, он выпускает тупо три пули. Потом я нажимаю еще раз, опять одиночка. Походу он теперь упал, по идее, да, серый? Для реалистичности можно было здесь потратить на отрывание. Это бот. Прицелься, потом стреляй, серый. Сколько раз говорить? Ну, трассеры твои, конечно, видно так. Нормально. По тебе? Просто понял, что ночью умер, блядь. Просто вижу, за тобой смотрю, я не понял, он вообще не понял. Решил спросить, как это вообще? Ну или спрятался. Он, блядь, полгода, ёбаный рот. Сука, блядь. Да, блядь, будь здоров. Я так и не понял, ты кашлянул или чихнул? Заткнись просто и все. Спасибо, что сказал, блядь, за будь здоров, блядь.